И участь, да. Одновременно честь и участь. Видеть, наблюдать и слышать. Одни из лучших связок нашей эстрады — Сергей Мазаев и невероятное дарование — Татьяна Арно. Блондинка с голубыми глазами. Потрясающая, воспитанная, очень красивая, очень талантливая. Рядом с такой дамой любой кавалер чувствует себя на коне. Очень талантливый, очень романтичный, очень красивый, невероятный, харизматичный. Я действительно очень рада, что мы будем с ним вместе работать. Сегодня замечательный вечер. Я пришла к Мазаеву на концерт. Сегодня выступает «Моральный кодекс». Я эту группу слушала, наверное, лет с 14, но мне не получалось как-то попасть на концерт. И сегодня вот первый раз я в зале, ужасно волнуюсь, и как зритель, и как просто его, не знаю, подмастерье, ученица. Здорово. Круто. Привет. Очень хорошо, тебе понравилось? Угу. Когда был «Я выбираю тебя», у меня все... Захотелось выскочить спеть, конечно. Да? Конечно. Вы сейчас увидите и услышите очень эротичный дуэт. Yeah.
наряд для свечей. Взрослают красные листья в свой бесконечный финал. Навстречу с нам в сентябре больше меня не зови. Где эта забытая самба, где самба прошедшей любви? Навстречу с нам в сентябре больше меня не зови. Где эта забытая самба, где самба прошедшей любви? Действительно прекрасно. Спасибо. Ну не ретируйтесь, не уходите. Ну, потому что Сергей ослепительно прекрасен, а в ваши глаза, Татьяна, я вообще боюсь смотреть, потому что можно погибнуть, видимо. Да. Так скончаться прямо на месте. Татьяна нравится даже слепым. Да, я знаю. А вас слышат даже глухие. На ощупь. Ну, вот, Илья, скажите что-нибудь про этот дуэт. Просто вот два слова им в лицо. Ну, у меня ужасное состояние, потому что потрясающие дуэты, потрясающие. И как что давать, какие оценки? Вот мы в растерянности. И кого просить уйти с этого сегодняшнего дня, я даже не представляю. А кто говорил, что будет легко? Знаете, кормить в пути не обещали, была такая фраза. Вот. Ну, очень оригинальный дуэт. Прежде чем вы начнете выставлять оценки, а мы проводим этот очаровательный дуэт к Лолите, Игорь еще что-то, вот, по-моему... Я бы хотел добавить, помимо того, что это замечательная, красивая пара, вы знаете, они выбрали самый тяжелый репертуар, что вот... Преджазованный такой репертуар. На этой, да. В отличие от всех остальных артистов, которые достаточно поют хорошие, такие регулярные наши советские эстрадные песни. Лолита, принимай гостей. Браво! Я такой дружелюбной атмосферы не видела давно. Офелия, Офелия звучала со всех сторон, клянусь. Офелия и Гамлет. По-моему, это замечательный дуэт. Спасибо, Офелия не надо. И Гамлет. Вот второе не надо. Нет, я не имела в виду сумасшествие обоих. Я имела в виду интеллект и воспетые Шекспиром отношения. Лучше Офелия и Билл Гейтс. А то, что происходит сейчас... Именно вот эти высокие отношения на троих, воспеты Шекспиром, у него тоже есть про это. Саша, как тебе идет швабра и взрослые женщины? Так вот... Господи, какой счастливый мужчина должен позволить себе обладание такой невероятно женственной... Кому-то повезет. Офелии. Еще не повезло, скажи, пожалуйста, открой тайну. Или уже кому-то повезло? Не, ну я не замужем. Пока не замужем. Пока не замужем. Но ты по-прежнему женат. Я женат. По-прежнему женат. Скажи, горжусь этим. Ревнует ли? Сколько лет, кстати, ты в браке? 7 лет. А супруга не ревнует к тому, что у вас... как она облокотилась на тебя? Боже мой, какие у нее красивые немножко руки. Немножко ревнует, конечно. Я хочу показать твои руки. Наверное, это и есть символ женской красоты. Руки. Лолита. Лолита? Да. Сейчас мы... внимание зрителей приковано к рукам членов жюри. Ага. Потому что этой своей недрогнувшей рукой они сейчас будут выставлять оценки. Начнем мы с Владимира и начнем. 10. Ну, я ничего не могу сказать. Я ниже 10 ничего не могу поставить. Друзья мои, давайте вы всем поставите 40. И на этом мы закончим. Валентина? 9. Вот. А почему, кстати, 9? Это объяснять долго. Это такое... Это есть некоторые... В конечном итоге вы даже, в общем, как бы и не обязаны объяснять. Игорь? Боюсь, 39 станет. 39 боишься? Стало 39! Ну вот, друзья мои, мы
я бы так сказал, мы с Лолитой наколедовали.